Вот так вот вечно. Играешь себе, играешь в интересную игру, и кто-то тебе звонит. Spirit, beautiful, бла-бла-бла. Короче, походу, как какие-то стихи. Красивая роза. А вот этот чувак только что чихнул. А, кашлянул скорее. Кашляющий человек. Selfless card. The sky seen from hill. Что-то, чего-то... И звезды. Короче, какие-то колонны. А, эта картина только что... Двигалась или мне показалось? Что-то там дух. Стекло чего-то... А, стакан чего-то там. Горизонт взгляда. Бич! В смысле, пляж. Я так понимаю, я должен... Спуститься сюда. Вау. Вау. И куда же мне теперь? Красный мир или в синий мир? Что это вообще? Наверное, я пойду налево. Ой, направо. Омэ. А, кам, кам. Я иду. Кам. Я вижу розу. Взять розу. Чего бы и нет. Получше, наверное, красный роз. Три штуки. Что? Я могу двигать. Дамочка с волосами цвета болота. Можно я возьму ключ? О! Наверное, это да. Ответ. When the rose... Чего-то там. So... Воровка. Да ладно тебе. And the rose, а что-то там. Rose the of hero. Похоже, роза это что-то типа нашей жизни. Я понимаю, что я воровка, но мне нужен был этот ключ. По-другому никак. Вообще никак. Что это? The... Какая-то там рыба. Ну, сохранить. Так, использовали ключ. Здесь какая-то мошка? Эй, эй! Я... Что это за мошка? Наверное, я ничего не могу здесь сделать. Ладно. Я пейнтинг. Леди баг. Понятно. Всякие насекомые. Пролог. Глава 1. Глава 2. Ну, я так понимаю, последняя глава. Могли бы назвать просто глава 3. Могла бы и перепрыгнуть. Тогда нам надо наверх, насколько я понял. Опять эта мушка. Beware the edges. Берегись краю. Ладно. Я не думал, что эта игра меня может испугать. Но она это сделала. Муравей. Кто здесь сохранение? Закрыто? Тогда куда же мне идти? Берите свои грязные лапы от меня. Извращенцы. I love paintings. Это смешно. Я хотел увидеть еще раз. Далековато. Странно. Почему именно на этой? А! Я муравей. Я люблю... Наверное, я тебя должен как-то привести? Я... Нет? Привет. Я пойду еще раз тогда к картине муравья, может что-то с ней. Лукс. Да, я могу снять ее со стены. Пойду бы отнесу тогда муравью. Зачем муравью картина муравья? Очень нарцисс, что ли? Oh, that's my painting. Она такая классная, я ее помню. Уставился на нее. Так, картина бабочки. Так, спасибо. Только сначала отойди отсюда, пожалуйста, чтобы я снял картину бабочки. А, в смысле... Да, я отдал тебе... Но... Ты мне ничего не отдал. Наверное, за картиной что-то было. Наверняка. Нет? Все еще закрыто. Сохранюсь. Так, что же тогда? Подлый муравей. Ну ладно, здесь ничего не изменилось. Может, что-то изменилось здесь? Нет, здесь все по-прежнему. А, lay down. А,
Я думал, я... О, черт. Что за... Что с картиной? А, я его раздавил. Блин, ужас. Это еще что? Мне почему-то кажется, что если я возьму ключ, вот эта вот дамочка в красном на меня побежит. Плохо. О! Оп. Потише, дамочка, потише, потише! Потише, потише! О, черт. Картина порвалась, я не могу больше пройти. Может, это и к лучшему. И она оттуда исчезла. Какая интересная игра. Необычно. В любом случае, у нас есть ключ. И мы можем пройти. Есть. О, черт, это же кот. Офигенно. Так. В стене дыра в форме рыбы. Эй. Ты только что пописал на стену. Эй. Ага, он хочет поиграть со мной в игры. Ты здесь. Нет, это... Фу, там голый... Ау! Она ударила меня! Может быть, ты здесь? О, я угадал. Нашел меня, забирай свой приз. Где мой приз? Я хочу... А, вот. Ага, голова от деревянной рыбы. Мастерство шефа. Если шеф-повар. Головы. Много голов. Картина. Цвет погас. Painting of a red rose. Что? Что здесь происходит? Serial storehouse. Да что такое? Так, понятно. Что же здесь тогда? The box. Коробка пустая. Не очень понятно. Ваза, наверное, я в нее должен поместить розу. О, черт! Один из них только что прилетел посередине. О! У нас узнаю жизнь. Эй! Отойди! Ты же голова, ты не можешь двигаться! Что-то... Друзья, только что перед нами было совершено самоубийство. Так, отлично, у нас есть деревянные рыбы. Эй, возьми котик. Котик. Это выглядит страшновато. Эй, привет. Ты плюнулся в меня! Ау! Он плюнулся в меня! Невежливая сволочь. Просто белая картина. Just... Берегись губ. Ладно. Я последую этому совету. Ох, блядь! Я думал, это будет только в одном месте. Какие-то... Это дети или куклы? Или куклы детей? Ну, мы поняли. Ну, ты могла бы и висеть. Дол, одежда, куклы имеет номер 18. Да и номер цветной, это как-то странно. Эй, кукла. О, нет, здесь пароль. О, а иксики, они у нас какого-то определенного цвета. Ладно. Ну, естественно, ничего не произошло, я же ничего и не видел. Тупая рука. Так, тот, кто в белом, говорит правду. О, нет, я ненавижу такие загадки. Так. Встань. Впереди статуи. Иди на... О, я не помню. Ист. Ист. Это что у нас? Ист это запад. Да, вроде запад. Саус это юг. Это ответ. Единственный, кто говорит правду, это тот, кто носит зеленое. Блин. Черт. Я соглашаюсь с тем, кто в желтом. Значит, тот, кто в белом. На запад два шага и на юг два шага. Ага. Раз, два. Раз, два.
Что-то здесь. А! Нет! Неверно. Так, наверное, я должен встать на запад два шага. И раз, два. Значит, это неправильно. Тогда кто же? Блин, я могу умереть. Значит, тот единственный, правда, говорит, зеленый. Вест. Вест, запад, наверное. Ну ладно, три шага и один вперед. Раз, два, три. Раз. А! Ой, дурак я! Надо было встать впереди у статуи. Раз, два, три. Раз. Блин, я не знаю, раз-два или раз. Попробуй сюда. Рискню. Рискню. А! Я проиграл. Ладно, продолжим. Игра интересная. Я совсем забыл. Так, ну ладно, там номер. И мы пойдем сюда. И там правду говорит только белое, насколько я понял. А, два шага и два шага. Наверх. Раз, два, раз, два. Или я в прошлый раз. Может сюда. Блин! Значит сюда! И я снова проиграл. Отлично. На этот раз рука меня не испугает. Я это гарантирую. Нет. Вообще не зацепило. В чем же я ошибаюсь? Ладно, тогда правду говорит вот этот. Три шага и один шаг. Раз, два, три, один. Я уже не знаю. Ладно, разберемся. Говорит, правда, только зеленый. Но он пиздит. Так, это ответ. Тот, кто белым, говорит правду. Да, я понимаю, вы, наверное, сейчас будете мне говорить. Это же очевидно, но. Так, stand in front of this. Так. Два шага. А юг-то у нас внизу. Понятно, что мои проблемы. Я уже не знаю. Я разберусь с этим. Разберусь. Я таки разобрался. Я идиот просто. Это было очень глупо с моей стороны. Тут номер 4. И он какого-то странного цвета фиолетового. Или типа того. О, черт, их всех убили. О, черт. Вот убийцы. А, они убили за то, что он правду сказал. Лжец. Лжец. А ведь он был прав. Черт. Значит, такая странная синеватая четверка и она сохранится. Так, четверка. Здесь у нас зеленые 18. Но у нас еще нет красного числа. Ладно. Нам надо найти красное число. Как нам... Нет, спасибо. Как нам найти красное число? Красное число. Может, что-то здесь? Комната лжецов. Он сказал не подходить к губам. Да ладно, да. Ага, он меня укусил. Так, так где же мы найдем красное число? Вряд ли оно где-то здесь. Ага, приглядываешься и видишь номер. Девятка. Понятно. Девять. Так, стойте. Я забыл числа. 9, 4 и 18, да.
забыл, какие где были. А, 18 и 9 умножить. 18 умножить на 9, это так, 90 и... сейчас. И дверь открылась, опять было 166. Я просто... Нет, не серьезно, в вычислениях. Хотя там... А, забейте. Яблоко. Так, я получил деревянный яблоко. Наверное, надо отдать губам. Оно же будет холодное. Так что больше, в общем-то, нам и некуда идти. Это очевидно. Ой! Вторая рука вылетела. А! Да что со мной такое? Так. Окей. Hungry, give food. Это еда, дай мне ее. Пожалуйста. Фу, оно же деревянное. Оу. Ладно, я пройду. Спасибо. Гильотина. Гильотина, 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 гильотина! Это действительно гильотина. И все. Что это было? Эй? Кто-нибудь? Дыхание. Кто здесь пробежал? Сохранение. Ладно, пожалуй, здесь я приостановлюсь. Что я еще могу сказать? Игра интересная. Ничуть не хуже Юмэйники, если не лучше. По-моему, очень даже интересно. В любом случае, подписывайтесь, ставьте лайки и расскажите друзьям.